Камеры скрытого видеонаблюдения, персональная поисковая система, спутниковый контроль. Даже Джеймс Бонд позавидовал бы техническим новинкам, представленным на выставке «Автокомплекс-2013». Раскрыла секреты суперустройств наш корреспондент Вера Сазонова. Узнать, как работают приборы и камеры видеонаблюдения инспекторов ДПС, может каждый участник выставки. В арсенале курских госавтоинспекторов 3 специализированных автомобиля. С их помощью можно не только снимать и фотографировать нарушителей скоростного режима, но и выявлять их в плотном потоке машин. Появляются новые возможности программного обеспечения, то есть объединение баз данных одновременно. То есть если мы пользовались одной, двумя, тремя базами, то сейчас автоматически программа способна все имеющиеся в ГИБДД данные проверять. Если в прошлом году упор был сделан на легковые автомобили, то в этом в центре внимания техника посерьезней. 15 участников выставки. В лидерах два мощных поставщика автобусов. Возможно, такой транспорт в ближайшее время выйдет на областные маршруты. Это собственное сборочное производство, которые будут востребованы на пригородных и междугородных перевозках пассажиров. Оптимизация пассажирских перевозок сегодня в приоритете. На следующей выставке особое внимание планируют уделить автобусам малой вместимости. Вера Сазонова, Сергей Дорохов, телеканал 7.